Всем привет, с вами Штопор, мы продолжаем выживать в игре 7 Days to Die. Значит, за кадром я тут пособирал кое-что. Решил уже ехать, но вспомнил, что не включил запись. И вот теперь вынужден возвращаться, чтобы показать, что я все-таки тут нафармил. Значит, железо. И тут по мелочам уголь, это селитра или как называется, правильно переводится. Тут единственное, не фармил дерево, ну оно нам пока, оно нам в принципе нужно, но у меня на него нет времени. Значит, что еще, тут я это все дело скинул, шипы. Так, это мы все забрали. У нас сейчас задача простая. На самом деле, съездить за кладами. То есть выкопать клады, поразбирать тачки, где это возможно. И пока я фармил вот это все дело. Так. Давай смотреть, куда нам в первую очередь-то надо. Так, ага, сюда. Здесь у нас есть. В общем, суть такая, пока я фармил металл, камень, вот, и я понял одну простую истину. Лучше всего собирать ресурсы все-таки на поверхности. Под землей ресурсов крайне мало. То есть их на порядок меньше, чем, допустим, на поверхности. Так, сейчас мы выбежим вот сюда. Блин, я все боюсь, что там те волки бродят. Они меня прям так нехило нервируют. Так. Давай, ставь вот это. Есть. И поехали. Поехали на поиски наших кладов. Так, нам туда, да? Так, а куда нам ехать-то? Блин. Ехать нам вот сюда. Блин, на этом мотороллере, как всегда, лагает все нещадно. Ну, скорее всего, это из-за того, что просто не успевает прогружаться карта. Это такое дело. Ладно, сейчас, я думаю, разберемся. Блин, вот эту штуку разобрать бы не помешало. Потому что мне так или иначе нужен бензин. Ну, не только бензин, но и металл. Так. Записываю, кстати, это видео в воскресенье, как раз незадолго до стрима. Я все-таки решился.
на стрим. Конечно, не знаю, что из этого получится, но тем не менее. Попробовать, я думаю, стоит. Так, вот эта хрень ползает. Так, давай разбираем. Так, разобрали, давай смотреть. Блин, нам ехать еще и ехать. Ладно, я думаю, сейчас это разберемся, посмотрим, что тут как. Нам бы не ушатать машину, самое главное, нашу машину, драндулет машину. Так. Угу. Ну давай тебя сейчас это подрихтуем. Пивко. Пивко это хорошо. И вот такой лут тоже хорошо. Так, это нам не нужно. Ага. Вот теперь, блин, найти бы его. Еще и этого нету. Ладно, сейчас посмотрим. Раньше это ж так. Раньше расщелина появлялась. Вот, наверное, надо походить, поискать. Тихо. Походить, поискать эту все-таки расщелину. Так. Ага. Ну, блин, перекапывать, значит, все. Значит, все перекапывать, что я могу сказать. Блин, вот это вот стрёмно, очень стрёмно. Я не знаю, может взять этот перк. Я сейчас посмотрю, если он у меня есть. Здесь. Давай возьмем. Ага.
этой зоне, да? Ни хрена. Ты смеешься, что ли, надо мной? Я что, зря брал, что ли? Перк. Я, блин, сейчас так это накопаюсь тут. Ага. О! Ну ни хрена себе. Вылазь давай. Удачно копнул. Чё, давай смотреть дальше. Выезжаем назад. И поехали. Так, это у нас инструменты. Инструменты нам сейчас не нужны. Поехали за оставшимися этими сундучками. 93, 99. Блин, ну, что я могу сказать? Прикольно, там порядка 30 тысяч. Можно к торгашу заехать, может, у него что-то полезное будет. А 30 тысяч фишек. Это не так плохо, я бы даже сказал. Очень даже неплохо. Так, ну эту тачку мы разбирать не будем. Под разбор тачки будут попадать только совсем это конченые. Потому что как-никак лут с них, ну, такой более-менее попадается. Не хотелось бы терять источник лута. Так, ну в книжный магазин мы заезжать не будем. У нас сегодня задача простая, эти выкопать. Клады. Так, хотя, блин, не буду. Хотя там книжки неплохие должны быть. Так. Сейчас надо доехать до торгаш. Иди нахер, шавка. Вот о чем я и говорил. Блин, вот это лагает жестко. Давай зайдем.
Ты, наверное, опять герой провалился, да? Ну а то что? Сто пудов провалился. Вот как пить дать? Он сейчас вот здесь висит. Повесился. Бедняга. Так, дверь надо закрыть. Ну реально, ну что это за баги, а? 29 фишек, считай. Траву ты не хочешь? Ни хрена себе! Охренеть! Охренеть, золото, серебро. Ну, я не знаю, для чего это нужно, но я это оставлю, потому что вы видите, да? Эти классные штуки. Так, давай смотреть, что тут у нас. У нас есть шлем. Давай вот это вот возьмем. Шотган, рецепт. Вот это вот давай возьмем. Блин, я опять по привычке жму. Блин. А, ну это эти чушки. Ладно. Так. Вот это вот прочитать. Чё, будем их убивать? Блин, а то они мне сейчас это сломают. Тут нахер все. То сейчас этот мотороллер мой расхреначат. А сетка это она ничего так. Колючая проволока. Блин. Хорошая штука. Блин, надо у себя такую же поставить. Вы видели, как это, ну, разбирает? Ну, хотя она здесь неуязвимая. В этом суть. Скорее всего, вот из-за этого она так и разбирает зомбей. Так, это продать. Что тут мы еще можем продать? Что можем купить вообще? Это нам не нужно.
Шлем вот этот. Блин, ну возьмем. Мне нравится эта штука. А, так, железный этот. Так, тут у нас что? Так. Блин, столько всего офигенного. Порох. Блин, да я даже не знаю. Ну вот это вот. Сколько? 4. Заберем. Обязательно заберем. Вот это вот. Продать. Траву не хочешь покупать, козляка? Это выкинуть. Так, это мы делать и сами можем. Блин, ну вот эта вот штука полезная. Я не знаю, вообще офигенных этих вещей сразу так у него много стало. Так, ракетница, мачете, шотган, стрелы. Ну, честно, я не знаю. Вот эту вот штуку взять. Сколько она? 3. Мы ее заберем. Пусть. Пусть лучше она будет, чем ее не будет, потому что нам еще улучшать. Сейчас скинем. Нет, это заберем. Так. Так. Ну чё, поехали. Переночуем, если что, на крыше где-нибудь. У нас, в принципе, цель обозначена. Нам надо доехать до клада. Единственный нюанс такой неприятный, это то, что клад может быть на глубине. Давай киркой хотя бы. Или киркой он не собирает его. Походу не собирает. Ну, печально, чё. Да, киркой он его не собирает. Да что за беда-то такая? Еще и замерз. Ладно, сейчас вот это вот дело соберем, потому что нам так или иначе придется. Так, вот эту вот штуку сделать. И запасную. И поедем дальше. Блин, это надо было залутать. Ну, уже я не буду вставать. Уже вставать не буду. Так.
Давай смотреть. Прям два этих. Ни хрена их тут. Так, сейчас. Вот здесь. Ставим этот. Берем лопату. Так. Ага, вот тут начинается. Зона, конечно, здоровая. Очень здоровая зона. Ничего не скажу. Блин, там еще вон airdrop. Ладно, я думаю, выкопаем. Блин, ну давай, давай. Найдись уже. Один плюс я сейчас качаю этот. Блин, он и здесь бьется. Да вы издеваетесь? Ага, зато, блин, это вкачал. Так, 19:34, но если что, вот на то. Хорошо раньше было. Начинаешь копать это все дело.
Видишь, расщелина сразу же готовая. И все. Так, ну засядем мы вот где-нибудь там. Я думаю. Давай. Вот так. Жердяй нам не интересен. Жердяй нам не интересен. И чё, и будем ждать. Потому что я, блин, сейчас реально не готов драться с ними. У меня слишком много вкусного с собой. А еще надо вон выкопать. И надо сейчас посмотреть. Так, здесь у нас... Вот они, два клада. Они прям рядом два. Не надо с ними что-то сделать. Потому что, блин, терять вот реально 28 тысяч там и золото с этим, ну, я честно не готов. Ох, ни хрена. Ох, ни хрена. Металлическая крыша, это хорошо. А ну. Эл. Не. Я не хотел. Вы что творите, господа? Я этого не хотел. Ну, тем не менее, сейчас мы вот это дело все соберем. Металл нам лишним не будет. Скотина, лежишь? Да? Уже нет. Ой, бляха-муха. Вот это... Тихо, тихо, тихо. Только, блин, вот это я зря, наверное, сделал. Потому что они сейчас разберут этот домик. Просто разберут. Вот. Ну, на этой веселой ноте, ребят, мы закончим данную серию. Увидимся в следующей. Если что-то произойдет экстраординарное, я, конечно же, запись вновь включу. А пока будем ждать. Ждать, пока эти черти успокоятся.
А с вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.